друзья. Вот стою я на перекрестке и не понимаю. И не понимаю, где здесь переход. Нет здесь у них переходов. Всем привет из Кони. Мы с вами путешествуем по этому городу, точнее, проводим здесь выходные. И сейчас мы идем на одну очень важную достопримечательность. Называется Хом Аладдина. Как вы знаете, Аланийскую крепость основал султан сельджуков Аладдин Кейкубад. И Конья была зимней столицей сельджуков, а Алания была летней столицей. Ну, в общем, портовым городом. Но главной столицей сельджуков была Конья. Сейчас мы с вами отправляемся на холм Аладдина, где проводились раскопки и были обнаружены артефакты вплоть до 3000, в общем, артефакты сроком годности 3000 лет. Там есть красивые мечети старинные, есть тюрбеси, это по-турецки, где захоронены сельджукские султаны. Друзья, у меня заплетается язык от этого холода, мерзнет нос, рука, которой я держу камеру, просто сейчас отвалится. Я не могу связать ни одного слова, но все равно мы стойко идем туда. В общем, и этот холм небольшой, 400 на 300 метров, высотой 200 метров. Ну и, в общем, сейчас мы пойдем, посмотрим вместе с вами. На той стороне, друзья, находится холм Аладдина, а здесь находится мечеть и теперь музей. Мечеть с тонким минаретом. Была она построена в 1279 году. Давайте зайдем сейчас внутрь и посмотрим, что же выставлено в музее. Это исламская архитектура и архитектура периода сельджуков. Представляете, с того времени до сих пор сохранилась. Билет в музей стоит 6 лир. Можно еще вот здесь вот обойти, но мы сначала пойдем внутрь греться. Вот так вот выглядит наш билетик. Кстати, цены на вход в музей в Коне меня очень порадовали, потому что они очень низкие. В этом музее выставлены уникальные предметы, на которых была сделана резьба по дереву. Это могут быть и остатки потолка, дверей, например, входных. Посмотрите, какая тонкая, удивительная работа. Вот, наверное, какого века? Это полотно у нас? Ой! 14 века. 14 века. Невероятно красивые вещи. Как и резьба по камню. Вот так вот выглядит эта старая мечеть. Очень красивая и сохранилась с древних-древних времен. Кто понимает, что это? Возможно, проход под мечетью, возможно, водопровод. Я не знаю, кто понимает в археологии, пишите. А сама мечеть выглядит. Вот эта резьба 13 века, взятая со стен, я не знаю откуда, просто написано часть резьбы по камню 13 века. Посмотрите, как раньше работали мастера, и все это сохранилось. Очень, конечно, впечатляет. Какая тонкая, тонкая, красивая работа. Вот это тоже резьба 13 века, резьба по камню. Она была привезена сюда из крепости Кони. А вот этот двуглавый орел, символ сельджуков, и тоже резьба 13 века из крепости Кони. Здесь также представлены различные элементы каких-то зданий. Все 13 век. В общем, друзья, с горя пополам я перешла дорогу. Нет здесь пешеходных переходов.
И сейчас мы с вами идем на холм Алаэддина. И дальше я иду в отель, потому что я проголодалась. Куплю традиционный этли экмек из кони и пойду в отель отдыхать. А дальше на крутящихся дервишей. В общем, холодно. Градусов 0, наверное, минус точно есть. Минус 1, минус 2. В общем, идем вместе смотреть город. Вот так вот выглядит город. Центр города. Мечеть с тонким минаретом. Я уже на этой стороне. Температура воздуха 6 градусов. Но такое ощущение, что, я не знаю, все минус, минус 2, 3, может быть. В общем, мы поднимаемся на холм Алаэддина. Посмотрите, золотая осень в Коне. Снег выпадет, наверное, ближе к январю, февралю. Кстати, есть ли кто-нибудь из моих подписчиков, кто живет в Конье, напишите в комментариях. Ну а мы поднимаемся на холм, идем на противоположную сторону, спускаемся вниз к музею Мевланы, и я иду в отель отдыхать. Очень красиво, прям осенняя-осенняя атмосфера здесь. После такого холода сразу хочется теплую Аланию. Ну ладно, 2 дня красивый я потерплю. Парк. Посмотрите, во что превратилась моя рука, которую я держала камеру. В общем, я надеваю перчатки и смогу залезть в телефон, найти какую-то информацию, залезу, но руки уже просто отмерзли. А сейчас, друзья, мы находимся в одной из главных мечети сельджукских султанов. Была она построена между 12 и 13 веком. Сейчас она активно реставрируется. Внутренняя часть уже отреставрирована. Идет внешняя реставрация. И это была одной из, как я уже сказала, главных мечетей сельджукских султанов. Так называемая мечеть трона. Очень красивая. Здание выполнено из дерева. Посмотрите, какой интересный здесь потолок. Очень интересная архитектура. И все это невероятно здорово отреставрировано, как в первозданном виде. Вот это вот женская часть. А с этой стороны мужская часть. Можем сейчас выйти на улицу и посмотреть, как она выглядит снаружи. А вот так вот отреставрированная мечеть выглядит снаружи. Ну, конечно же, реставрация еще не закончена. Вот здесь вот до сих пор все закрыто, но в скором времени можно будет полностью увидеть это невероятное произведение искусства, дошедшее, представляете, до наших времен вот такому. Ну а сейчас, друзья, мы спускаемся на одну из центральных улиц Коньи, улица Мевланы, которая приведет нас прям к музею Мевланы и к моему отелю. А еще здесь настоящая осень. И можно сделать вот так вот, пройтись по листве, чего невозможно сделать у нас в Алании. Супер! Вот так вот выглядит город с холма Алаэддина. Фонтаны, несмотря на зиму, фонтаны включены. Потому что это самое главное достопримечательность и ценность не только Коньи, но и Турции. И здесь есть пешеходный переход. Я не буду теперь стрессовать по поводу того, как мне перейти улицу. Здесь невероятный трафик. Вот такие вот у них модные трамвайчики. Очень много народу. Машины, люди, в общем, никто никому не уступает, все как будто так и нужно. Ну что, будем нарушать, пойдем на красный свет. Ну и вот так вот выглядит исторический центр города. Насколько я вижу, здесь 61 достопримечательность. Мы сейчас находимся вот здесь и пойдем вот по этим улочкам до музея Мевланы. Дальше пройдем мимо вот этот парк. Моя гостиница находится вот здесь. И сегодня вечером представление дервиша мы будем смотреть вот здесь.
В общем, пожелайте мне удачи по этому холоду. Но очень-очень хочется все посмотреть. Не хочу идти по центральной улице города, там сплошной новодел. Хочу пройтись по одной из боковых улиц. В общем, посмотреть и вам показать. Переворачиваю камеру. Здесь очень много машин. Вот там вот старинный бедестен. И вот таким вот образом выглядят центральные дома, где находятся магазины. Люди здесь живут, ведут свой бизнес. В общем, жизнь в городе кипит. Это город-миллионник. Жизнь в городе кипит. Народу много. Не то, что в туристических городах типа Алании, она прекращается, когда заканчивается сезон. Что еще рассказать про Конья? Конья уникальный город тем, что здесь очень много исторических достопримечательностей. И помимо исторических достопримечательностей, здесь очень хорошо развито сельское хозяйство. Сельское хозяйство, а также вы знаете, что тюльпаны попали в Голландию из Турции. Они были привезены в Турцию из Ирана. Так вот, если говорить о тюльпанах, то тюльпаны выращивают в Конье. Надеюсь, что в апреле месяце нам удастся съездить на плантацию тюльпанов, потому что это очень красиво. Они безграничные, цветные, бесконечные. Просто невероятная красота. И, по-моему, друзья, начинается дождь. Что говорит о том, что мне нужно поспешить. Все старинные дома и мечети в Конье, кстати, очень хорошо отреставрированы. Вот, например, тоже какой-то старинный дом. Ну, конечно же, он, не думаю, что относится ко времени сельджуков. Но все здесь сохранилось у них в оригинальном виде. А, это банк. Тоже красиво отреставрированное здание. Ну и сейчас, проходя мимо вот этих домов, я не знаю, какого века могут быть эти дома. Может быть, века 18-го. Скорее, 19 века. И мы идем по направлению к музею Мевланы. И около музея Мевланы начинаются традиционные дома Коньи. Вот вы видите, они чем-то похожи на дома в Эскишехире, чем-то похожи на дома в Сафранболу, но очень красивые. И, скажем так, символичные для Кони, оригинальные по-своему. Вот они, старые, красивые райончики Коньи. Такие дома я вам показывала в другом моем видео. Здесь начинается торговая улица, многочисленные магазины, всякие разные кафе, где я сейчас себе куплю этли-экмек. Вот такие вот свадебные платья турецкие. Продают различную одежду. Все расшитые, украшенные камнями. Как я уже говорила, Конья один из самых чистых городов Турции. Очень большой город, но центр сделан просто потрясающе. Вот здесь тоже пешеходная улица с такими традиционными домами, многочисленными магазинчиками. Здесь, наверное, расположены магазины, где можно приобрести золото, серебро, ну, в общем, различные украшения. Несмотря на то, что эти дома достаточно старые, они очень хорошо отреставрированы и очень презентабельны. Гулять здесь очень приятно и интересно. Вот прям в самую даль и тянутся эти торговые ряды. Я не помню, мы здесь раньше с Айханом были или нет. По-моему, ну, были или нет, неважно. Все равно очень
красиво и атмосферно. А еще в Коне Гёзлиме они называют Сачберек. Представляете, Сачберек. Я думала, что это вот эти вот маленькие. Оказывается, вот эти вот Гёзлиме, они называют Сачберек. Очень интересное название. Если бы я не спросила, то я бы никогда не поняла, что это такое. Но мне нужно найти Этликмек и переходить уже на ту сторону. Ну что, друзья, я купила себе Этликмек. Покажу вам его. Чуть позже буду кушать в отеле. И я уже дошла до музея Мевланы, отель Сема. И где-то здесь находится мой отель. Я хотела в этот раз взять очень хороший отель, пятизвездочный, но они все были далеко от центра, поэтому я взяла 4 звезды. В общем, посмотрим. Посмотрим. А вот так вот убирают здесь улицы, пылесосят. Очень хорошая система, поэтому здесь на улицах чисто. Я разбомбила свою комнату, не стала отдыхать, проведу вам экскурсию. Мой отель называется... Дельгах находится прямо около музея Мевланы. Очень хороший, красивый отель. Все как на фотографии, ничем меня не разочаровал. У меня комната для одного человека. И на входе у нас... Это 4 звезды, но цена очень приличная. За ночь было 120 лир. Здесь у нас душ, туалет, стандартно. Всякие разные шампунчики, фен, полотенчики, все очень чисто, красиво. Здесь у нас для багажа. Багажа у меня нет, только маленький рюкзачок, потому что завтра я уже уезжаю. Вот так вот выглядит сама комната. Шкаф расположен не на входе, а напротив кровати. Здесь я уже повесила свое пальто. Дальше здесь у нас кровать, телевизор. Вот такой вот приятный столик рабочий, что есть, кстати, не во всех отелях, в которых мы останавливаемся обычно, но вот так вот он называется, Дельгах отель. И самое классное, друзья, да, кстати, этот отель с завтраком. И самое классное, что у меня есть в этом отеле, посмотрите, вид на музей Мевляны. На самую, на центральную площадь. В общем, я в самом центре событий. Ну и купила я себе быстро для перекуса, потому что у меня есть только час, чтобы отдохнуть и отправиться смотреть на вращающихся дервишей. Я купила себе этли-экмек. Этли-экмек – это практически то же самое, что пиде, но он этли-экмек. Экмек значит тесто. Этли значит с мясом, тесто с мясом. В общем, похоже они на пиде, но это традиционное блюдо для Кони. Сейчас буду кушать и отдыхать вот с таким вот вкуснецким, просто турецким айраном. В общем, друзья, вот так вот выглядит на сегодня мое пристанище, скажем так. Буду отдыхать, а с вами прощаюсь, и мы увидимся уже в следующем видео на представлении вращающихся дервишей. 2000 человек вмещает в себя зал. На сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.